24 ноября глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил ключи от новых квартир еще трем детям-сиротам. Как рассказал глава муниципалитета, квартиры со всеми удобствами расположены в жилом комплексе «Рублевский». В них сделан качественный ремонт, установлены новая мебель и бытовая техника. Рядом вся необходимая социальная инфраструктура. Сразу можно въезжать и начинать обустраиваться. Глава сообщил, что до конца года по программе губернатора Московской области ключи получат еще трое детей-сирот.